Всем привет, дорогие друзья, автомобилисты и не только, любители чистоты, как в автомобилях, так и при каких-то работах, допустим, внутри дома. И нам обязательно в этом случае, если мы любим чистоту и сами что-то делаем, то нужны, конечно, пылесосы. У меня два вида пылесосов в данный момент на рассмотрении. Они практически равноценные, но они конструктивно отличаются. Конечно же, именитый Керхер, вы все это знаете, что такое Керхер, но есть некоторые нюансы. Да, это киловаттный двигатель, установленный в нем. Он тянет как 1,2 киловатта, по крайней мере, заявлено так. И вот такой вот аппарат у нас 1400 ватт. Учтите, что все-таки они равноценные, то есть цена практически одинаковая. Здесь у нас контейнер 12 литров заявлено производителем, а здесь у нас целых 30 литров заявлено производителем. В остальном они идентичные в какой-то степени, но, конечно же, есть нюансы, сегодня о которых я хочу вам рассказать. Первый, конечно, и основной нюанс – это пластиковый корпус. Пластиковый корпус – это стандартный для Керхера. Вы все знаете, что Керхер любит пластик желтого цвета. Здесь же применили металлический корпус, это уже хорошо. Второе, конечно же, здесь есть недостаток, по крайней мере, по Керхеру, это вход воздуха. То есть, когда засасывают сюда пыль, грязь, все это, у нас вход идет вот отсюда. И, соответственно, что получается? Получается, что мешок мы здесь поставить нормально не можем внутрь. Нам необходим специальный фильтр. А фильтр на него оригинальный стоит порядка 600 рублей, если на российские рубли. Если на украинские гривны, это 200-220 гривен ориентировочно. И еще один недостаток. При том, что этот пылесос считается тоже, что им также можно делать влажную уборку. Обратите внимание, что кнопки у него не влагозащищенные. И это уже недостаток. Что нельзя сказать об этом пылесосе. Здесь кнопка пуска влагозащищенная. И еще немаловажно, все-таки здесь можно подключить какой-нибудь электроприбор дополнительный. То есть пылесос включен в розетку, и мы сюда можем что-то еще включить. И дополнительно, либо, допустим, фонарик, или что-то еще, когда мы убираем в автомобиле. В этом преимущество, безусловно, вот этого пылесоса. Но, друзья, я не буду вас сильно огорчать и расскажу интересный момент. Вот в этот пылесос отлично подходит внутренний фильтр. Вот такой вот фильтр. Вот с этого пылесоса. Сейчас я вам покажу. Я его уже поставил. Вот видите, он уже грязный. Это вот такой вот фильтр. Один в один. Именно вот такой фильтр четко становится сюда. И весь мусор у нас собирается, естественно, в контейнере теперь. Никакого мешка больше не нужно. Все. И цена, получается, этого фильтра в два раза дешевле, чем оригинального Керхера. То есть на него не нужно покупать уже специальный керхеровский фильтр, а покупаете вот такой вот фильтр, устанавливаете, и все, и вопрос решен. Никаких мешков, больше ничего не нужно. Этот пылесос у меня также используется постоянно в работе для уборки автомобиля. Но, друзья, теперь давайте я вам покажу, что этот пылесос из себя представляет. Здесь, конечно, богатая начинка. Обратите внимание, да, вот сюда устанавливается фильтр, так же, как и там. Вот этот фильтр ставится прямо вот сюда, одевается, и все, плотненько. И тогда нам никакой мешок вот этот не нужен. Хотя, можно его и оставлять. Вот это бумажный мешок. Но я так понимаю, это одноразовый мешок, пока для того, чтобы не испачкать весь пылесос. Когда этот мешок забьется, уже никто его использовать не будет. Уже такие мешки никто ставить сюда не будет. Достаточно будет установки вот этого фильтра на этот пылесос, и все, и вопрос решен, и он будет работать идеально. Защелкивается он превосходно, все отлично. Здесь есть где устанавливать специально насадки на трубу. Кабель, как видите, сматывается под голову внешнюю. То есть вот такой вот он несложный и все-таки достаточно мощный. Все-таки здесь 1400 ватт. Теперь, друзья, давайте мы включим сейчас один пылесос и второй, и послушаем, как они работают по звуку. Начнем с Керхера. Звук шумный, конечно, но и тянет он неплохо. Ну, теперь давайте с этого. Все-таки Интертул. Вот название этого пылесоса. Ну,
Итак, друзья, по общим ощущениям я вам сразу скажу, что вот этот пылесос тянет намного сильнее, чем вот этот. Ну, допустим, мы сделаем погрешность на то, что все-таки у этого уже фильтр чуть-чуть забит. Я один раз им пылесосил автомобиль. Этот еще пока не забит, чистый. Поэтому, ну, вот, но ощущается все равно, что он сильнее тянет. Все-таки 1400 ватт, это против 1000, разница большая. Поэтому, друзья, конечно, выбирать вам, что покупать. И самое главное, друзья, самое главное, учитывайте, что теперь на Кёрхер, если у вас Кёрхер, нет необходимости покупать оригинальные фильтра. Достаточно купить вот такой фильтр, поставить и все. И вопрос у вас будет решен. Модель этого пылесоса Кёрхер VD2.200, а модель этого пылесоса DT1030 Intertool. Друзья мои, как бы о пылесосах больше и нечего рассказывать, вы увидели все своими глазами, и выбор все равно остается за вами. Решать вам, какой для вас лучше. Это оба считаются, и как и для автомобиля подходят пылесосы, так и основное это строительное назначение. Строительный пылесос для строительного мусора. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья, всем пока!